Привет! Вы на канале «В гостях у Лии». И сегодня я вам покажу мою коллекцию пони. Давайте начнем с самых маленьких. Это не My Little Pony. Это просто... Она очень похожа на маленькую Pinkie Pie. Поэтому я ее сюда... принесла. И правда, на Pinkie Pie она не очень смахивает, потому что у нее есть крылья. Но так она очень красивая, и мне она нравится. Что ж, следующая сама же Pinkie Pie. Вот она. У Pinkie Pie Cutie Mark 3 шарика, 2 голубых и 1 желтый. Такая Pinkie Pie. Я их буду убирать. Следующее, давайте Rainbow Dash. Вот такая вот Rainbow Dash у меня. Ну, как всем известно, Rainbow Dash – это Пегас. У нее кьюти марка – это облачко с красной, желтой и синей молнией. Вот, у нее очень красивая радужная грива. Мне она тоже очень нравится. Следующая моя пони – это еще одна Pinkie Pie. Только уже из радужной коллекции. Она такая вся в шариках. И у нее разноцветная грива. Такая очень красивая Pinkie Pie. Следующая это Applejack. Вот такая Applejack. Вот она. Она из кристальной коллекции. И у нее тоже цветная грива, можно сказать. Вот такая вот Applejack. Следующая моя пони это Райти. Ее кьюти марка это 3 кристаллика. И она тоже из такой же коллекции кристальной, как и Applejack. Райди единорог. Такая вот у меня Райди. Следующая моя пони это Twilight Sparkle. Twilight Sparkle уже оликорн. У нее такая вот красивая кьюти марка. Это розовая звездочка. Вокруг розовых звездочек есть беленькие звездочки. Она тоже очень красивая. И пришло время, я вам хотела показать. Вот все вот эти пони продаются вот в таких очень красивых упаковочках. Вот. И наконец-таки переходим к этой пони. Эту пони зовут Лилия. Вот, у нее такая непонятная кьюти-марка. И она очень красивая. Она тоже оликорн. Такая вот Лили. Что ж. Это моя последняя была пони. Вот вся моя коллекция. И...
Что ж, на этом мое видео окончено. И ставь лайк, подписывайся на мой канал «В гостях у Лии». И просматривай мои видео, пожалуйста, почаще. Всем пока! Пока-пока!